Слухи порождают сплетни. Сплетни становятся мифами. Мифы формируют убеждения. Но какие могут быть убеждения, порожденные сплетнями и слухами? 10 самых бородатых мифов про моторные масла, которые ты обязательно слышал. И только один правильный ответ на вопрос: а можно ли верить в эти чудеса? Есть такая категория людей, которые гордо носят звание лайфхакеры. Они постоянно ищут какие-то пути для того, чтобы что-то как-то где-то обойти, хотя ничего обходить не нужно. Например, стоматолог говорит тебе, что нужно удалить зуб. Ты же не пытаешься его вылечить, потому что знаешь, если его не удалить, он воспалится сам и воспалит все окружающие зубы. Зачем тебе эта неприятная катавасия? Точно такая же история и с маслами. Прежде чем придумать какие-то супер-нанотехнологичные методы, лучше узнать, в чем заключается правда. Регламент обслуживания и требования к смазочным материалам предъявляются официально производителем автомобиля. Эти данные нужно искать в сервисной книжке или в инструкции к автомобилю. Обычный алгоритм действий достаточно прост. Читаем документацию, лучше звоним дилеру и спрашиваем у него, какое масло использовать. Меняем это масло не реже, чем указано автопроизводителем. Чаще всего указываются максимально допустимые интервалы замены масла. Если же ты насилуешь свой автомобиль титаническими нагрузками, очень часто ездишь в пробках, часто ездишь на короткие дистанции, на бешеной скорости, при жаре, при холоде. Иногда эти интервалы нужно сокращать даже вдвое. Но не решайся на экономию. Если будешь использовать масло больше, чем регламентировано, рискуешь обзавестись очень серьезными проблемами. Если ты профи и просто идеален в маслах, стандартах и допусках, то ты можешь попробовать подобрать для себя масло высочайшего уровня. Но даже с таким крутым маслом не стоит превышать рекомендованных пробегов. Такое масло 100 пудов обеспечит твоему двигателю лучшую защиту и лучшую функциональность, но менять его нужно точно в срок. Обидно это, когда тебе рассказали миф про моторные масла, в который ты безоговорочно поверил, но не проверил, правдив ли он. А потом ты рассказал его кому-то еще. И он тоже поверил и не проверил. Ну так рождаются слухи.